На телеканале Сампо ТВ 360 новости. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. Ряд интересантов, есть серьезных интересантов для размещения промышленного производства и для развития его на территории нашей республики. Тариф на электроэнергию для бизнеса снизится на 43%. Предприниматели снова заинтересовались Карелией. Морозы не ломаются, еще быстрее. Подарок хороший, климат неподходящий. Московские автобусы не выдерживают наших холодов. Рестораны города, отдаем им должное, откликнулись на предложение провести неделю французской кухни. Фуа-гра и крем-брюле. Дружба со вкусом. С французским городом Ля-Рошель. Тариф на электроэнергию для бизнеса в Карелии с 1 апреля снизится на 43% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сегодня заявили в правительстве республики. Сейчас в результате всех предпринятых мер, то есть у нас тариф на 1 апреля составит на высоком напряжении уже с НДС точно быть 3 рубля 26 копеек. А на низком напряжении, на самом таком затратном и самом как бы высоким по уровню тариф у нас составит 5 рублей 57 копеек. Это по сравнению с тем, что было на 1 июля, более 9 рублей, практически 10 рублей. С весны прошлого года правительство Карелии начало разрабатывать план мероприятий по снижению тарифа на электроэнергию для бизнеса. Как заявила Оксана Чебунина, в январе руководству республики удалось убедить правительство России в необходимости включить Карелию в перечень особых регулируемых зон на оптовом рынке. Позавчера для Карелии была установлена цена покупки электроэнергии с оптового рынка, которая для республики составила 80 копеек. Тариф будет также снижен для государственных, муниципальных учреждений и организации. Кроме того, власти региона заявили, что некоторые организации и предприятия, которые ведут деятельность в других регионах Северо-Запада, намерены вернуться в Карелию. Надеются и на инвесторов. Ряд интересантов, есть серьезных интересантов для размещения промышленного производства и для развития его на территории нашей республики. Предпринимателям, занятым в сфере туристического бизнеса, Карелии будут предоставлять субсидии. Разработкой проекта об охране Ладожского и Онежского озер займется рабочая группа. Ее состав утвердили сегодня в парламенте республики. Какие еще полезные законопроекты были одобрены депутатами, расскажет Анжела Маркевич. На плановой сессии Заксобрания народные избранники рассмотрели 28 вопросов, из них 13 – важные социальные законопроекты. Например, о закреплении рабочих мест для инвалидов – 4% на предприятиях, где более 100 человек в штате. Никто не спорил и с выкупом земельных участков для блокированной застройки по 2,5%. Это активизирует жилищное строительство в Карелии, уверены парламентарии. Отдельная тема – малый и средний бизнес. Нам вот все время просят прогнозные планы писать, значит, и вот мы, Минфин, тоже просим прогнозировать эти спады и вовремя принимать решения. Никогда уже предпринимателей в половину сократилось, а мы потом давайте льготы им какие-нибудь там как-нибудь поможем. Мертвым уже не помочь, поэтому хотелось бы, чтобы это все делалось, значит, вперед. Бизнесу все же досталось хорошего. Депутаты единодушно согласились предоставлять бесплатную аренду незадействованное республиканское имущество предпринимателям. Это позволит сэкономить средства и бизнеса, и бюджета. В последнем случае на ту же охрану или содержание. Таких объектов уже насчитали в Карелии 8, в Петрозаводске, Салме, Пудаже и Кандапошском районе. Еще одна помощь финансовая. В республике появилась новая форма субсидий для развития сферы туризма. Это производство товаров для туристического бизнеса, это ремонт и восстановление жилых помещений, гостевых домов, это дорожная инфраструктура, различные придорожные кафе, ну и услуги сервиса различные придорожного. Я считаю, это тоже хорошее начинание, оно должно помочь бизнесу. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360. Автобусы, бывшие в употреблении, которые Москва подарила Петрозаводску, кажется, не выдерживают карельского климата. Речь о них зашла на сегодняшней сессии законодательного собрания. Парламентарии заинтересовались судьбой столичного подарка. Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики заявил, что автобусы планируют использовать на пригородных маршрутах. Несколько машин уже работают, но возникает ряд сложностей. Автобусы на линию выходят, но довольно часто ломаются. Поэтому и связано это особенно сложно с морозами. Морозы они ломаются еще быстрее. Тем не менее, заверил Кондрашин, к летнему периоду автобусы запустят на пригород. Вероятно, до следующей зимы.
Конкретные проекты, которые будут реализованы совместно, обсудили сегодня главы Карелии и Кабардино-Балкарии. Сегодня в Сочи стартовал российский инвестиционный форум. В нем принимает участие и Артур Парфенчиков. Масштабная площадка собрала в этом году более 4000 гостей из многих стран. В том числе Кабардино-Балкария презентовала свой инвестиционный потенциал. Соглашение о сотрудничестве между Карелией и Кабардино-Балкарией подписано в июне прошлого года. Сегодня была принята дорожная карта по реализации конкретных проектов с конкретными сроками исполнения. Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, образования, туризма, культуры. Правительство нашей республики рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области поставок деревянных домокомплектов из Карелии в Кабардино-Балкарскую республику, совместную реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. Также Карелия ждет туристов из Кабардино-Балкарии. До выборов президента России осталось чуть больше месяца. В этом году за их честностью будут смотреть в том числе и наблюдатели от Общественной палаты. Кто может стать таким наблюдателем, как это сделать и для чего это нужно, расскажет Наталья Кузьмина. Если раньше, а так было последние 5 лет, Общественная палата России могла только наблюдать за ходом выборов различных уровней, то теперь у нее появилась и возможность контролировать процесс. Согласно внесенным поправкам в федеральный закон о выборах президента, Общественная палата может посылать своих наблюдателей на избирательные участки. Причем они будут наделены такими же правами, как и наблюдатели от партий и кандидатов. Это очень важный момент, поскольку фактически сейчас вместе с Общественными палатами регионов, главным образом, опираясь на них, мы создаем фактически новый общественный институт. Институт наблюдения за выборами. Мне пришлось приложить, скажем так, руку к созданию этого института вместе с Общественными палатами регионов. И Общественная палата уже долго этим занималась. И я считаю, что это очень важный институт. Это важный институт гражданского общества России. Всего в стране к 18 марта будет больше 100 тысяч общественных наблюдателей, по 2 на каждом избирательном участке. В Карелии на выборах президента будет работать 464 точки для голосования. Получается, что от Общественной палаты республики необходимо как минимум 1000 добровольцев. И эта команда уже сформирована на 2/3. Как подчеркнули представители карельского ЦИКа, наблюдатели будут не надзирателями, а помощниками. Главная цель их работы – сделать выборы максимально прозрачными и снять все подозрения относительно их легитимности. Само же наблюдение будет носить не партийный, не политический характер, а наблюдатели будут работать в рамках специально созданного для них этического кодекса. Я считаю, это определенно важная инициатива, потому что за выборами нужно следить, в выборах нужно участвовать и, собственно, свою политическую позицию высказывать. Ты хочешь, чтобы выборы были законными полностью и соответствовали твоим требованиям? Иди и делай, иди и наблюдай, иди и попытайся противостоять тем отрицательным моментам, которые ты считаешь, что они существуют. Стать общественным наблюдателем может практически любой совершеннолетний гражданин. Для этого нужно обратиться в Общественную палату Карелии. Наталья Кузьмина, Борис Касьянов, Сампо ТВ 360. В течение 2 дней, 14 и 15 февраля, Центральная избирательная комиссия Карелии проводила жеребьевку по распределению эфирного времени региональных теле- и радиоканалов между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями при проведении выборов президента России, которые пройдут 18 марта. В ходе жеребьевки было распределено эфирное время в региональной сетке вещания на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», на «Радио России» и радиоканале «Ретро-ФМ» на «Онега», которые они смогут использовать для бесплатной и платной агитации. Одну часть эфирных отрезков займет агитация, другую – дебаты. Кроме того, треть бесплатного эфирного времени по закону дается политическим партиям, выдвинувшим своих кандидатов. Остальное время распределяется между всеми кандидатами. Как правило, они используют его для трансляции своих агитационных роликов. Агитация в СМИ начнется в субботу 17 февраля, за 28 дней до дня выборов, и завершится в 0 часов 17 марта. В день голосования и предшествующие ему сутки, в день тишины, любая агитация запрещена. В разгар масленичной недели в Карельском музее изобразительных искусств особенно много посетителей, причем большинство из них учатся в начальных классах. Музей приготовил для ребят традиционную праздничную программу с мастер-классами, угощениями и рассказами об истории празднования масленицы в Карелии. Подробности в нашем материале.
Сегодня в музее ЗОО Карелии ребята не просто делают символические поделки. Они продолжают традиции гимназистов, которые жили еще в Волонецкой губернии. В те времена в самом здании музея располагалась мужская гимназия. На масленичной неделе ее ученики создавали различные вещи своими руками, а потом продавали их на ярмарке. Вырученные деньги они отдавали в приюты для детей-сирот. Об этом и не только современным школьникам рассказывают в музейной специальной лекции в честь Масленицы. А в качестве мастер-класса в этом году ребятам предложили сделать объемную открытку «Солнцеворот». Она символизирует смену долгой ночи зимней, да, и приход весны. Да. Вот как мы видим, зима у нас засыпает, солнце раскрывает свои ясные глаза. Пока школьники делали свои открытки, они рассказали, как в их семьях принято отмечать широкую Масленицу. Мы с мамой пекем блины. Я тоже пеку. Тебя мама научила печь? Да. Приходят к нам родственники наши, мы празднуем, дарим подарки. Вот это я собираюсь подарить моей сестре. Блины печем со сгущенкой. Мы обычно тоже пекем блины и дарим иногда маленькие подарки. Празднование Масленицы никогда не обходилось без блинов. Это главное угощение масленичной недели. Румяный блинчик служил символом весеннего солнца и достатка. На Руси их начинали печь прямо с понедельника и ели всю неделю. Считалось, что чем больше съесть блинов, тем удачнее будет год. Вот и сейчас ребятам предложили блинчики на любой вкус. Кому поесть, а кому и сфотографироваться с блином бумажным. У нас тоже есть своя фотозона, и можно оставить, ну сейчас очень популярно, сделать селфи, разместить в соцсетях, дети с удовольствием это делают. У нас есть даже костюмы, вот можно накинуть платок и сделать селфи у блинов. Наталья Кузьмина, Борис Касьянов, Сампа ТВ-360. Петрозаводчане в эти дни могут наслаждаться не только блинами, но и французской кухней. В этом году Петрозаводск и Ля-Рошель отмечают 45 лет побратимских связей. Праздничные мероприятия проходят на этой неделе в карельской столице. По этому случаю Петрозаводск принимает большую делегацию французских друзей, которую возглавляет мэр Ля-Рошеля Жан-Франсуа Фонтен. Самое главное в наших отношениях, как мне кажется, продолжать начатое. Это очень важно. Особенно обменные контакты, когда молодые люди раз в два года ездят друг к другу в гости. Это началось давно, 30 лет назад, и это основа наших отношений. В течение недели гости поучаствуют в самых разных событиях – встречах, выставках, кинопоказах. Безусловно, радует то, что на инициативу провести Дни Франции в Петрозаводске откликнулись многие петрозаводские организации. Это, конечно же, и университет, и национальная библиотека, медиа-центр «Выход», который предложил целый мини-фестиваль по французски с карельским акцентом, чтобы представить и русскую карельскую культуру, и культуру Франции. Это, конечно же, общество «Друзья Франции» здесь, в Петрозаводске, и, конечно, их партнеры «Общество дружба» в Ля-Рошеле. Рестораны города, отдаем им должное, откликнулись на предложение провести неделю французской кухни. О французской кухне подробнее расскажем завтра. Дофинуа и фуагра пробует прямо сейчас наш корреспондент Светлана Воробьева. Пришлась ли по душе Светлане заморская еда? Расскажем завтра. А на сегодня это все. В пятницу с новостями вас познакомит Анжела Маркевич. А я, Юлия Кучеренко, и наш дружный коллектив говорим вам до свидания. 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление, выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко.